Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал, ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также пишите запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. И сегодня вновь опять будет криминальная тема. Меня попросили сделать расклад на Анну Мезину. Девушка была жестоко убита 15 мая в 2006 году. Незадолго до убийства Анна стала победительницей в конкурсе красоты «Мисс Темников», так как она проживала в городе Темников. Я сейчас хочу посмотреть, во-первых, кого она видела? Кого она могла видеть в последние минуты своей жизни? Возможно, это была завистница, которая на девушку напала. Итак, кого Анна Мезина видела в последние минуты своей жизни? Кого считает виноватым в своей смерти? Ее душа. Мотив убийства. Так, здесь у меня сразу две получилось. Так, ладно. Слушайте, во-первых, там я вижу какую-то пару. Это было пара людей. Но однозначно в этой паре была девушка. Я вижу, что, во-первых, эти люди за ней следили, и они знали, какой дорогой она ходит именно домой. Там была проделана огромная работа, и могу сказать, что я не вижу, чтобы это был маньяк-убийца. Я вижу, что это, знаете... Ну, как маньяк? В моем вот сейчас представлении маньяк – это вот мужчина, который взрослый человек, где-то примерно там от 40 и постарше. Здесь я вижу молодых людей. Но они были постарше Анны. Так, кого считают виноватым? Во-первых, здесь... Страшный суд и отшельник старшей арканы. Я могу так сказать. Вот на данный момент она понимает, что это была ее такова судьба. Она уже пришла на эту землю с этой программой. Скорее всего, здесь кармически ее не просто так отсюда вырвали. Это что-то было связано с ее кармой, именно с ее кармой. И она понимала, что это все не просто так. Пострадала она вот таким образом, чтобы стать мученицей, для того, чтобы вот как будто что-то с себя смыть. Так. И все-таки, кого она видела? И здесь выпадает, ее как в жертву принесли. На нее было совершено именно нападение. Я вижу, что, опять-таки, там не был один человек. Там была зависть, там было соперничество. Так, давайте мотив сразу я посмотрю, чтобы понять.
подлость, но за ней следили. Зависть, подлость. Она, конечно же, оказывала сопротивление. Вы знаете, здесь все в кучу. Могу так сказать. Во-первых, почему-то у меня идет информация, что завидовали ее семье. То, что какая-то была, ну, я не знаю, город, насколько он большой, да, город Темников. Но я вижу, во-первых, зависть идет к семье, зависть идет через семью к девушке, и ее ненавидели от того, что вообще считали, что она и не должна была участвовать в этом конкурсе, потому что ее считали посредственной, то есть не было в ней такой ярко выраженной красоты. Но тем не менее, несмотря на то, что там были и более, может быть, даже как-то вот то, что я вижу, я читаю по картам на данный момент, более, как можно сказать, более яркие девушки, побеждает Анна Мезина. И все это неспроста. Здесь связано что-то с ее родителями, с статусом именно родителей в этом городе. Это месть, это зависть. Я вижу там два человека. Парень и девушка. Вот. И здесь идет ненависть вообще к ее семье. И в то же время к ней. Она, мотив, она многих очень раздражала. Во-первых, были здесь какие-то сплетни, какая-то подстава между молодежью. Я так могу сказать. Кто-то из молодежи догадывается и знает, кто совершил это преступление. Но все упорно молчат. Почему? Потому что Анну Мезину не считали хорошим человеком. И это еще раз говорю, это я вот то, что я вижу по картам. Ее считали то, что она вот, знаете, могу так сказать, то, что она родилась уже, ну, можно так сказать, в благополучной семье, и от этого у нее были определенные привилегии везде, в школе, может быть, там, где она училась, также в техникуме. Слушайте, я еще раз говорю, там был парень и там была девушка. Это разборки между молодежью. И молодежь знает об этом. Тот, кто проживал в этом городе в 2006 году, молодежь от 18 до 20 лет, примерно, они обсуждали это. Это было очень громкое преступление. И они примерно догадывались, кто это. Ну, тому, кому это было все интересно. На нее напали двое, парень и девушка. Я вижу, что жестокое сопротивление она оказывала. Убивал ее конкретно парень, а девушка также с ней боролась. Это была мотив. Зависть, ненависть к ней, потому что там было что-то связано с какими-то сплетнями, с какими-то вот молодежными разборками. Ее, знаете, так считали мажорной такой девушкой. И, в общем-то, ее очень многие просто ненавидели. Если к данному раскладу у вас есть комментарии, может быть, какая-то информация, напишите, пожалуйста. Берегите своих детей, берегите себя. Всего вам доброго.